Приговоренная к смертной казни Мариам Ибрагим Исхак останется в камере смертников вместе со своими двумя малолетними детьми до решения апелляционного суда. Об этом заявил МИД в Хартуме, назвав недавнюю публикацию BBC о скором освобождении женщины неправильно истолковавшей и вырвавшей из контекста слова министерского чиновника. Систематическая исламизация Судана началась в 1970-е годы и получила новый импульс после военного переворота, в ходе которого президентское кресло занял правящий сегодня Омар Хасан аль-Башир. Действующий президент Судана является единственным в мире главой государства, ордер на арест которого выдан Международным уголовным судом. Судебная власть Судана сосредоточена в руках исламистски настроенных судей.